Работники отдела электросети Знаурского района проводят свет квадролечебницы НЭВС. Основная часть работ выполнена. Все 224 опоры установлены. Проведена половина проводов. Параллельно выполняются работы по вырубке деревьев, мешающие протяжке кабеля. В прошлом году президент Анатолий Бибилов дал поручение решить проблему с электричеством. К установке столбов приступили в 2020 году, но из-за ряда причин работы были отложены на следующий год. Почти ердегионкин проводу верд 224 опорожене сахтам. Хаудунай 120 опорой луже проводи се верд. Ерен дортар кусам мене, куда вину тофта, все белеста, сердек кенем шамей, траста чевил тошева. Уше бенот комова сердек, аст метри вердам, аст метри нердам комова. Сердек шамей лбоку сам провод та верена на маджиз даруй белеста. Ва уше проблема она нис, хочу нахшияк проблема у, вазов кусту, не техника, а практически куска нише баканджа кухай. Бунгенен и 100-200 метров же саразам, дар не успевот кенен. Больше 20 лет, то есть со дня открытия водолечебницы, не было электричества. В сезон работают генераторы, и, по словам директора санатория Владимира Келихсаева, отсутствие света создает определенные неудобства. Например, простаивает медоборудование, с помощью которых возможно применение современных методов лечения. Ремонт сарастам, джабах, что срасудекут там, نقاچ نزدیکن چرا سوگجی نداشتم ای زدرویی او آدم رایگون دستومه ای متقمن ار با وقتی روس آردم بنات مر با وقتی که روس گنن این فستاک پاتوک باولفا الکتریچسکی روس چیبا من نستهش الکتریچسکی روس روسه کوه و ادم ما خوابم دپال نیتیل نیست متدی لیچنیا پریمت کاتوری سیازانی وس الکتریچستم فلا کرومی تو نه کرومی تو آدم اوجه پیدا کنجسته کافی وارکاتای شمن خالدیل نیک تجسی ورزیستن نخیم ایش پار جنراتور نه داجی نه خاتنچ آدم رو روخش نه بونه ایزره پستن شه پار جنراتور کوسینچ پاوچه ریدی مجروخ سویه فلا کبایو کنچ که ایوار که درخیشن ویه من نکوش تدر آدم در من بوز نگستم الکتریک تای در چیاره مثل ده نه پریزدین تای شرمون بیره ویت باتخستی سجاد در سجاد سجستوات کن من نه اولفم بنات Ежегодно водолечебницу посещают десятки людей. В этом году здесь отдыхает пятый поток – 34 человека. В планах руководства организовать еще два потока, если позволит погода. Комплексная зарядка, лечебные ванны, экскурсии, полноценный отдых помогает излечить такие недуги, как псориаз, нейродермиты, хронические экземы. Водные процедуры также показаны при заболеваниях опорно-двигательной системы. Отдыхающие рады, что приобрели путевки и посетили это живописное место. Поправить здоровье и отдохнуть в Нагут не приехали и из Северной Осетии. Персонал дар тенджабахсте, хардай дар олшамей дар улафта дей. Фала, ахсаве буне кусенч движукта. Мене рухс вае офта назарча ма рухс не фала. Джис яхи итта. Кемда фейн каве, кемда кофеварк о каве баю канен, кемшу дар. Кемда интернет каве, ерон телефоне журим ма дар ашамей лавала ма хохма. Маурдги фажурм байда, маундар кохс конахс. Фидан аз дай бог мер байяфам, вад наулафта джени джабахтар. Для отдыхающих созданы все условия для комфортного проживания, трехразовое питание, организованы и развлекательные программы. Алена Утаева, Арсений Гасиев, Зарима Арсоева. Информационный выпуск сегодня.